Всем доброе утро. Продолжаем ремонт. И у нас все есть на морду, чтобы набрать морду. Но у нас нету одного такого треугольника. Треугольник будет завтра. Поэтому сегодня набирать морду не буду. Сегодня отрихтуем дверь. Ну, как видно, дверь немножко поломалась. Тут сам прикол, что крыло тоже конченое. Ну, какое-то оно вообще сюда не становится. А может и становится. Ну, просто сказать, что эта точка тоже вся затянулась так много, фиг его знает. Ладно, то все фигня, то уже в процессе работы. Просто крыло загнулось вот здесь. А когда крыло загибается, у него радиус надувается, его надо разогнуть вот так, тогда радиус крыла изменяется вот так вот. Ну, то уж потом, если дверь не дорихтуем или плохо отрихтуем, тогда уж крылом подыграем, да, как я придумал. Значит, дверь должна вот играть, примерно поставили там 3 сантиметра, тут 3 сантиметра, здесь примерно поставили 3 сантиметра, 3 сантиметра. А, да не, ну да, что, ну вот так должно быть. Вот эта точка только немножко затянута. Но это множко. Короче, сейчас возьмем прищепку. Прочесанность у нас вот здесь, но она такая очень маленькая. Можно сказать, что даже ямки здесь нету. А вот уже начинается она. Это наша проваленность. А здесь чуть-чуть тоже можно будет легонько подстучать или поддавить. Значит так. Ну, внутряк помятый, это понятно. Я разобрал дверь, чтобы хоть какой-то доступ был, если надо, хотя, может, он мне и не надо. Тут все замовилено. Вон оно все такое липкое-липкое. Значит, тут у нас тоже все помято, замято, перемято. План действий. Вы же помните, без плана действия никуда. Сейчас возьмем доску, положим сюда. Возьмем прищепку. В наглую будем отдавливать. И стучать. Может, оттуда поможем чуть-чуть. Какой-то деревяшкой или ручкой от молотка надавить. В общем, занимаемся дверью. Запомнили, да, какая кривая, некрасивая дверь?
Знаете, я не ожидал такого поворота событий. Я почему-то для себя решил, что сейчас тут чуть ли не день у меня уйдет на эту дверь. Видели, буквально немножко вытолкнул. Я потом и с этой камеры покажу, и с той. Или вы уже посмотрели. И смотрите, как, во-первых, как чудно. Только надо вот вниз отвести. Тут на миллиметр утоплено. А так, по сути... А здесь, кстати, на крыле, по-моему, провал есть. Вот, на крыле маленький провал есть в этом месте. Ну, в общем, сейчас подзабить... Это только первая примерка крыла. Сейчас немножко подзабить кантик в этом месте. Чуть-чуть. Вот я его перетянул. И, по сути, вот это самое проблемное место, оно отлично получилось. И осталось нам только вот эту вмятинку выбить. А сам прикол, что я на эту дверь почти день подумал, что потрачу. А оказалось, как все гораздо проще. Машинкой поелозил. Когда машинкой лозишь, оно с виду красивее выглядит. Не видно дефектов, ям, бугров, сисек не видно. Провалов не видно. Дверь у нас какая-то бэушная. Отвлекли немножко. Значит так, все, дверь готова. Смысл мне над ней извращаться дальше я не вижу. Вы же помните. Я ж не работаю под грунт, я ж работаю под стекловолокно.
линейка нульцевая. Вот смотрите, какой провал. Только не пугайтесь. Баджирк. О, видно яма. Вот ямка, ямка, ямка. Вот. А ну сейчас я это. Вот смотрите, видно ямки, да? О, видно вот ямка. Сейчас я ради прикола это. Ради прикола? Давайте ради прикола. Где-то у меня щупы были нульцевые. Где-то у меня щупы были. А нет, я не знаю, где их дел. Давайте ради прикола лезвие возьмем. У всех есть лезвие. Посмотрим, сколько лезвий пролезет в щель. Просто я и так много лишней работы делаю, понимаете? Мне не надо вывести ее под грунт. Оно мне нафиг не надо. И клиентам тем более. А Русик, Малер, Кент, все равно стекловолокно начнут затягивать. Как не отрихтуй. Ну, смотрите, вот где тут провал. Где провал? О, вот провал. Ага. У нас лезвие не лезет. В общем, поняли, да? А если засунуть, то он играть как будет. Я считаю, я с задачей справился. Не ругайте меня, если плохо отрихтовал. Я никогда не был мастером по рихтовке таких плоскостей. Лезвие не пролазит от ножика. Все, что еще всем надо? Тут в рихтовке две основные задачи. Если лезвие не пролазит, если давишь, нету хлопунов, тогда мы справились на 5 баллов. Удивлен, что нету хлопунов, хотя вот одно место такое, видите, как... Ага, не видно. Вот одно место, оно, это не хлопун, но оно какое-то мягковатое. О, так подождите, оно тут себя мягковатое. Не. Отлично, все, класс, починили дверь. Блин, я так думал вам видео сегодня большое снять, я так полагал надежды тут на целый день работы, а так получилось. Не, я считаю, ничего так получилось. Меня, кстати, металл очень удивил. Я зачистил лепестковым кругом, потом взял мокрую тряпочку, выжал ее влажненькой, сбил пылючку. Пока взял пылесос, попылесосил все рядом, металл поржавел. То есть много коричневого вылезло, пока я пылесосил. Вот так вот, что-то металл какой-то. Я сразу подумал, может, металл бэушники. Ну все, люди, всем удачи, всем спасибо. Или нет, я еще не знаю, посмотрим. Может, еще что-то сниму. Дверь немножко цинковым грунтом пшикнул, очень немножко, потому что боюсь поржаветь. Значит так, здесь была ямка. Я решил, короче, сегодня всю бочину сделать. Вернее, тут оставалось вот это сделать и вот это. Вот то нам делать не надо. Ну не надо, ну не просили, сейчас начнете. Вот это надо сделать. Значит так. Здесь был провал туда и ямочка. Думаю, сейчас это, ну, расчищу и споттером дерну. Ну, чтобы шпакли не наваливать. Я, короче, вот начал расчищать, а потом вот и понял, чем дальше в лес, тем хуже, тем больше дров. Поэтому я на этом остановился. Ничего я чистить не буду. Выбил кант. Потому как, если тут прикинуть, тут вон уже пошла, уже там 3 мм шпакли туда полезло. И расчищать это все делать я не собираюсь. Это не моя задача. Видно, с зажимом тянули. Не дотянули. Поэтому здесь все-таки оставляем. Можете 5 дизлайков мне поставить. Мне по барабану. Значит, это место сделаем. Сейчас опять вот расчистим. Массу прилепим. Расчистим. И пулером. Не будем петельками тянуть. Здесь все нормально. Именно вот так вот. Хотя можно и петельками потянуть. Знаете, пулером потянем. Будем тянуть. Оттуда простучим. Я думаю, получится кант выдавить. Здесь просто кант продавленный, но он только в этом месте вот продавленный.
То есть здесь, где сейчас. То есть вот, щель 3 миллиметра, ну, может даже 4. Хотя можно и петельками ряд. Раз. Нельзя петельками, Женька у меня забрал ту штуку для петелек. Все готово. Здесь была ямка. После того, как потянули кат, ямка сама кого-то делала. Пришлось там 5 несчастных точек ставить. Смотрите, вообще идеал. Блин, я иногда поражаюсь своим возможностям. А, вон там просветик один где-то есть. Нам, наверное, не видно, да, просвета? Ну ладно. Я считаю... класс. Вы же помните, Русик стекловолокном потом подправит ситуацию. Зазор, да, отличный зазор, все класс. На сегодня хватит. Быстро дверь получилась, я не ожидал так, что она легко выйдет именно сам концом самой ямкой. То есть на дверь потрачено примерно максимум 1 час. Здесь вообще ничего не потрачено. Помните, там колечки, а потом... вообще понты. Ладно, люди, всем удачи, всем спасибо. Внутряк, да, есть вот ямка. Вот можно, кстати, дернуть ее. Я подумаю. Я подумаю. Ладно, всем удачи, всем до завтра. Завтра продолжим. Я сегодня еще работал, я не снимал, я только двери снимал. Зашился. Ну так, кто следит за ремонтом. Зашился, загрунтовался. Всем удачи, всем покеда. Всех с праздником!